Всем привет, с вами Лэйзи, и в этом видосе я покажу, сколько же зарабатывают МЧСники на первом ранге за один пожар. Вот я уже нахожусь в здании МЧС, сейчас я возьму машину и поеду на пожар. Так, берем машину, садимся в нее. Так, выбираем, сигналим. Еще нужно загрузить огнетушитель в нее. Сейчас загрузимся. Вылазим. Так, подходим к огнетушителю, берем, ложим. Еще один берем. Так, еще один. Кто-то подошел ко мне. Но я не хочу сейчас с напарником. Так. Так. А, ну ладно, он сел со мной в машину. Так. Сейчас включим стробоскопы. И поедем в железнодорожный. Что он хочет? А, ну ладно. Пусть будет напарником, так и быть. Ну, вроде, когда с напарником, там больше зарабатываешь. Там на 5000 больше платят. Так, да, по прямой надо ехать. Едем. Играю я на 4-м сервере. Если хочешь играть со мной, то скачать барвиху можешь по ссылке в описании. И если ведешь в поле пригласившего мой ник, который тоже есть в описании, то получишь крутые бонусы. Ой-ой, нет. Случайно выехал. Это я, ну, решил сказать, пока еду. Так. Ну, пожарная машина какая-то медленная, я бы сказал. И разгоняется медленно. Ну, зато вот можно ехать на красный свет и на радар, можно не замедляться. Едешь себе спокойно на пожар. Так. Едем, поворачиваем, еще раз поворачиваем, и еще раз поворачиваем. Столб сбили, ладно, ничего страшного, едем дальше. Так, уже подъезжаем близко. Пожаров нету, что-то странное.
Так, сейчас я ему написал, может он напишет мне что-то. Но он не очень хорошо написал. Подъедем туда, ближе к первым домам. А вот пожар, вот пожар. Блин, снова столб сбил. Так. Ну ладно. Сейчас. А, я огнетушитель еще не взял. Вот, берем. Тушим. Пум-пум-пум-пум. Так. Один очаг потушили. Второй сейчас потушим. О, второй. Ой. Уже два очага потушили, третий тушим. Так, три потушили. Так. Еще один потушили. О, у меня закончились огнетушитель закончился. Ну, он сказал сесть, попросил. Ну ладно, я сяду, подожду его в машине. Вот, если что, я в железнодорожном. Вот тут. Так, деньги капают. Отлично. Сейчас еще 5000 капнет за работу с напарником. О, отлично. Так, сел в машину со мной. Добрый день. Ой, подъехали, понимаю. Тихо, тихо, тихо. Илюшка, наручники снял? Наручники сними. Так, что они хотят? Понимаю. Моему напарнику, наверное, розыск дали. Ха, да. Они его повели куда-то. Так. Понимаю. О, Payday. 700 рублей дали.
за Payday. Ну все, уезжают. Понимаю. Называется, хотел заснять для вас видос. Сколько же заработаю на работе МЧС? В общем, заработал бы я 15 тысяч, точнее 14 700 рублей без напарника. Но с напарником я заработал, получается, 19 700 рублей. Ну и в конце забрали напарника. Увезли в тюрьму. Ну вот так вот как-то. Кстати, хотел сказать, мне до второго ранга в МЧС еще осталось 177 пожаров. Поэтому я думаю, буду для вас снимать видосики «Путь до второго ранга в МЧС». Видосы, где я буду работать в МЧС, будут выходить. Но я думаю, будет интересно. У микрофона был Лейзи, спасибо, что досмотрел. Ставь лайк, подписывайся на канал, нажимай на колокольчик. До новых встреч на моем канале.